сиденье, мы просто едем, и я в один момент говорю: через 200 метров поверните направо. Я люблю стоять в администрации, мне когда говорят, ну, там, ваша фамилия, имя и телефон. И я нормальным голосом говорю, там, Дарья Блохина. Угу. Потом, можно ваш телефон? 8-967-056. Обычно это происходит так. В случае недавно позвонил некий человек, говорит, у вас там что-то списалось, давайте разберемся. Угу. Да-да-да, я слушаю внимательно, говорю, подожди, я понял, в чем дело. И в какой-то момент резко изменил голос на... А теперь послушай сюда, чувак. Джонни Динамит знает, чем ты занимаешься. Тебе нужно валить из страны. Ну, когда я заказываю какую-нибудь пиццу там или суши, я говорю: добрый вечер, как настроение? Слышу в ответ: да, нормально. Я говорю: я хочу заказать пиццу.